Акции протеста, политические требования и остановка работы сталеплавильной печи. Так называемые забастовки, уход в стачку, стремление уничтожить бизнес-статус завода и сокрушить его экономику. И все это, как ни парадоксально, делается против белорусского металлургического завода, обеспечивающего работы каждого восьмого жителя Жлобина. Хроника борьбы БМЗ за деловую репутацию и людей, которые могли остаться без средств к существованию, в нашем спецрепортаже.